Всем привет! Сегодня у нас на тестировании высокопроизводительный твердотельный накопитель GoodRAM Iridium Pro объемом 240 ГБ. В линейке GoodRAM Iridium Pro присутствуют три модели с различным объемом памяти – 240, 480 и 960 ГБ. Они отличаются стабильно высокими скоростными показателями за счет установленных чипов памяти Toshiba A19 MLC и четырехъядерного контроллера от компании Phison. К тому же производитель предоставляет на них 5-летнюю гарантию, что придает уверенности в их надежности. Накопитель поставляется в маленькой картонной коробке, больше похожей на упаковку коллекционного компакт-диска. Вся коробка окрашена в черный цвет и выполнена в лаконичном стиле. Лишь логотип торговой марки с названием модели красуется на лицевой стороне. Внутри SSD-накопитель плотно утоплен в пластиковый кейс для предотвращения повреждения при транспортировке. Комплект поставки состоит только из утолщающей рамки для установки в 9,5-мм посадочное место ноутбука. GoodRAM Iridium Pro выглядит строго и лаконично. Корпус выполнен из алюминия и окрашен в черный цвет. На задней стороне расположена уже знакомая наклейка с указанием серийного номера модели и некоторых характеристик. Толщина корпуса не превышает 7 мм. Это позволит с легкостью установить его даже в ультратонкий ноутбук. Сбоку имеется необходимая версия для фиксации диска в соответствующем отсеке. Накопитель оснащен скоростным портом SATA 3.0 для обеспечения высокой пропускной способности. Под крышкой размещена компактная печатная плата, по обеим сторонам которой расположены 8 микросхем флеш-памяти Toshiba A19 MLC объемом 32 ГБ каждая. В общей сложности получается 256 ГБ, из которых 16 ГБ отданы системе для равномерного использования всех ячеек памяти. Роль буферной памяти выполняет микросхема стандарта DDR3L, емкость которой составляет 2 гигабита. Она широко используется другими производителями в подобных решениях. Также здесь можно наблюдать четырехъядерный контроллер от компании Phison, который обеспечивает стабильно высокие показатели скорости чтения и записи. Он поддерживает ряд полезных технологий, которые отвечают за безопасность и целостность данных, даже в случае кратковременных перебоев напряжения питания. По умолчанию накопитель отформатирован в файловой системе NTFS. Доступный объем равен 223 ГБ. Заявленные производителем показатели скорости чтения и записи в программах Crystal Disk Mark и Atto Disk Benchmark не только полностью соответствуют реальным показаниям, но даже слегка их превышают. Высокие скоростные показатели новинки подтверждаются другими бенчмарками. Также GoodRAM Iridium Pro оказался в лидерах по уровню комплексной производительности в тестах Crystal Mark и FutureMark PCMark 0.5. Существенно проигрывает конкурентам он лишь по показателю доступа к информации при чтении. Проанализировав все вышеизложенное, можно утверждать, что новинка составила достойную конкуренцию аналогам, во многих случаях даже опережая их. SSD-накопитель GoodRAM Iridium Pro объемом 240 ГБ станет отличным вариантом на замену штатного жесткого диска, обеспечив заметный прирост быстродействия системы. Благодаря небольшой толщине 7 мм и малому весу 50 грамм, его можно установить даже в ультратонкий ноутбук на долгосрочной основе, не говоря уже о доступных компьютерах. Не стоит забывать и о повышенной 5-летней гарантии, что дает преимущество над некоторыми конкурентами. Судя по тестам, накопитель достаточно живо справляется с поставленными задачами. Он не только подтвердил заявленные разработчиками скоростные показатели при работе, но даже немного превысил их. Если сравнивать со стандартным HDD, то в среднем скорость при копировании больших файлов будет выше в 3-3,5 раза, а при работе с большим количеством мелких файлов – 60-70 раз. С детальным обзором накопителя можно ознакомиться на IT-портале gesit.com, перейдя по ссылке в описании видео. Всего вам доброго и не забывайте подписываться на наш канал.